Говоря о своем личном опыте, безусловно, мне трудно сказать, как эти деньги были потрачены, использованы. Я не веду этой статистики. Я только могу сказать, что часть, конечно, была потрачена абсолютно бездарно, компанейщина. То есть, если вы посмотрите на тротуарах уложенную плитку для слабовидящих, она же информативная. То есть, она должна быть уложена определенным образом. А она уложена, как будто ее укладывали для декоративного украшения. Елочками какими-то там, красивыми штучками перемежающимися. Но на самом деле каждая плитка — это информация. Диагональные полосы — это одно, горизонтальные — другое, точки — это третье. И каждая эта как бы структура, она человеку, который проводит по палочкой по ней, что-то сообщает. А он получает шум в результате, потому что укладывали люди, которые совершенно об этом не думали. Их никто не проинструктировал. И, конечно, масса средств была вот так вот потрачена именно на какие-то бесполезные знаки, на бессмысленные. Как всегда, ведь когда мы говорим о каком-то там большом государстве, оно имеет конкретных исполнителей. И сказано — сделаем. Надо освоить деньги — освоим. Честно говоря, я могу сказать только одно. По опыту молодого отца, который вынужден катать две коляски, как невозможно было ходить через улицу Тверскую, так и до сих пор невозможно. Эти пандусы смерти, которые приспособлены в наших подземных переходах, это караул и позор.